И дальше за столом. И дальше за столом. Что? Кто за столом сидит? Это мой помощник. А? А у нас это как-то регламентировано? Ну, вот скажите, пожалуйста, где? Я посчитаю. Да. Это они, я не хочу интересно, не понимаю. Я ничего не спрашиваю, покажите все, это имитировано, и я, конечно же, сделал все по полу. Вообще, комиссия состоит. Помощники в этом количестве располагаются сзади, пожалуйста. Где это сказано? Есть схема, где есть. Я же не дал. Вы же находились все с этой схемой. И мы ее утверждали, мы обсуждали, где колонна, где председатель корреспондент, где это ваше окно. Я, к сожалению, с собой не взяла. Если нет, покажите, пожалуйста. Вспомните положение помощников. Значит, вы меня не учите, кого мне вспоминать. Ясно? Идите. Не учите. Идите себя, я не учите, я говорю. Идите, слишком молодой человек. Вот я вам объясняю, что положение помощники депутата говорит о том, что деятельности помощников оказали консультационные помощи депутата. Сидя на зрительских местах в зале, я не могу выполнять данные функции. Я взяла себе помощника человека, который будет мне помогать осуществлять депутатские полномочия. Я не собираюсь. Депутаты, депутаты. Что я буду задеваться несколько полицейских? Мы с тобой понимаем. Нет, не судим. Участники, помощники разные вещи. Ну, я решил, что помощники разные вещи. Могу вам расписать не поминно, как кресло. Ну, давайте не будем. На заседание совета депутатов. У нас сегодня заседание в комиссии, а не заседание совета депутатов. Такой вопрос. 20 метров мутовицы. Умножаем на 3. 75 помощников. И каждый закончит. Я, Весон, Иванов, здесь по 3 помощника и разместить за столом. У нас сегодня заседание совета депутатов. Я правильно понимаю? Или как? Или заседание комиссии? Вы правильно понимаете? Правильно понимаете, я еще раз говорю. Каждый имеет принципиально. Я и поэтому говорил, я ей кое-что предлагал. Ограничить чем? Площадью. У нас здесь за столом кэмное число. Владимир Борисович, вам не хватает 25 стульев, которые здесь сейчас находятся? Или что как? Не хватает? Я спрашиваю, не хватает? Вот, они все пустые. Ну, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вы этого не понимаете. Ну, это воспитание. Где это прописано? Вы любите тыкать постоянно мне предлагать. Я никому ничем не тыкаю. Я просто призываю к элементарному. Всех остальных тоже просим за стол. Вот и все. Все, кто захочет, обязательно последуют вашему предложению. Спасибо большое. Ну, тем, кто находится там, вообще как-то новости договариваются. А этот товарищ почему разговаривает тогда? Что, если желание выступить, то мы с вами после заседания встретимся обязательно. Чем это установлено? Прослушайте столько свободных мест, о чем речь вообще. Вот только сейчас. Каким образом? А нет, что вы знаете? Давайте после заседания комиссии. Ну, понимаете, когда да, да, да. Обязательно. Да, мы уже так глубоко,
депутатах, а вас мало кто знает, конечно. Ровно 20 лет. Вот о чем и речь. Ровно уже, наверное, пора списывать. Да. Уважаемые коллеги, отдохнуть пора. Значит, сегодня у нас намечено проведение заседания комиссии Совета депутатов по вопросам законодательства местного самоуправления и депутатской этики. Значит, в составе комиссии состоит 7 депутатов, присутствуют 4 члена комиссии, кворум имеется. Кто за то, чтобы начать заседание комиссии? Голосует тот член комиссии или любой полномочный. Так, эти надо спросить. Так, перед началом заседания комиссии я попросил аппарата депутатов ознакомить меня, ну, не сейчас, не немедленно, со списком присутствующих на моей комиссии лиц. Спасибо. Так, предлагайте следующее. Лица присутствующих. Так, предлагайте следующую повестку дня, которая вам была разослана. Первое. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.05.12 номер 77 о положении контрольно-счетной палаты городского округа Химки Московской области. Второе. Об обращении Глазкова Н. о переименовании улиц. Третье. О проекте регламента Совета депутатов городского округа Химки, внесенного депутатом Нагановым В.И. Четвертое. О внесении изменений в правильный регламент Совета депутатов городского округа Химки. Пятое. О проекте положения о депутатском запросе. Шестое. О рассмотрении частного определения Химкинского городского суда. Седьмое. О рассмотрении заявок на аккредитацию журналистов СМИ. Восьмое. Разное. Значит, перед тем, как мы утвердим повестку дня, я бы хотел внести седьмым пунктом, седьмым пунктом вопрос о дополнении положения об аккредитации журналистов СМИ. Вы поймете почему. Значит, я сам доложу, если вы не против, то мы его и примем. Ну, а против, значит, будем тогда в дальнейшем каким-то образом дополнять это положение. Значит, нет возражений. Кто за то, чтобы повестку дня из 9 вопросов утвердить? Кто за? Единогласно. Спасибо. Так. Значит, первым вопросом заседания нашей комиссии стоит вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.05.12 номер 77 о положении о контрольно-счетной палате городского округа Химки Московской области. Кто будет докладывать? Контрольно-счетной палаты. Да. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается изменение положения контрольно-счетной палаты в связи с принятием новой редакции устава в связи с разграничениями полномочий главы городского округа и председателя Совета депутатов. Вносятся изменения в отдельные статьи. Только редакторские. Все. Больше никаких изменений нет. Вопрос членам комиссии и депутатов, которые присутствуют на комиссии. Прошу действительно заседание строго. Предложение комиссии, да? Ну, насколько я понимаю, там в связи с тем, что у нас упразднен руководитель, да, у нас перестал быть глава городского округа председателем Совета депутатов, а стал просто председателем Совета депутатов. Да, и возглавляет администрацию. Да. Да. Значит, я всем направлял, надеюсь, что все ознакомили, кто за то, чтобы вынести данный проект на заседание Совета депутатов. Кто за? Единогласно, спасибо. Выносим. Второе. Прошу прощения. Сейчас. Так, да. Так, значит, поступило обращение гражданина Глазкова Н. К сожалению, там не указано. Николай Николаевич. Переименование улиц. Он предлагает переименовать часть улицы Совхозная в улицу имени композитора Верстовского. Значит, объясняет эту причину тем, что заезжие автомобилисты плохо ориентируются в
городскому округу Химки в связи с тем, что дома находятся с другой стороны трассы Макина и второе, он считает, что таким образом надо увековечить память композитора Горшковского. Не только этим. Я связывалась с Николаем Николаевичем. Ну, я же не связывался, да? Я рассматриваю... Телефон был у всех. Антоний Васильевич, пожалуйста, вы просто поднимите ладно. Да, пожалуйста. Значит, я связалась с Николаем Николаевичем, и помимо того, что вы сказали, якобы автомобилисты путаются, значит, он мне рассказал, в принципе, я навела справку в интернете, значит, рядом с улицей Совхозной, как раз-таки неподалеку от домов 27-29, раньше располагалась деревня Киреева. В этой деревне, собственно, ну, руководил Крестовский и руководил, как бы, неправильное слово, вот, владел. И там находилась усадьба этого Крестовского. Была липовая аллея. К сожалению, и усадьбу, и липовую аллею уничтожили, поэтому Николай Николаевич, так сказать, в доводы приводит то, чтобы память о композиторе не забылась, переименовать улицу, именно улицу Совхозную 27-29, то есть не всю улицу, а только ту, которая загибается, если так можно сказать, на эти два дома. Потому что, в принципе, вот, согласно Яндекс.Картам, у нас платная М11 разрезает улицу Совхозной, и технически можно, в принципе, ее переименовать. Как у нас сейчас Юбилейный проспект разделяется с мостом Ленинградского шоссе, и дальше продолжается улица Маяковского. Так что технически я в этом, как говорится, никаких проблем не вижу. Если есть какие-то другие аргументы, пускай выскажутся. Насколько мне известно, Николай Николаевич посылал этот запрос в администрацию, в администрации к этому относились скептически. Насколько я могу сейчас, я реплику свою вставлю, насколько я могу судить, он посылал запросы одновременно в администрацию, в общественную палату и в... Да, и всех депутатов. Понимаете? Вообще по законодательным актам, переименованием объектов занимается специальная комиссия по переименованию. Не спорю. Да. Полностью поддерживаю. Угу. Прошу, Владимир Борисович. Я хотел как раз спросить, комиссия по увековечению должна быть? Обращался ли он к комиссии по увековечению, какое заключение? Дело в том, что... Как вы сейчас рассматриваете этот вопрос, честно говоря, просто не... Понимаете, без заключения комиссии принимать решение Советом депутатов, это будет просто, вопреки законодательству, я бы сказал так. Поэтому я бы попросил, обратиться в комиссию по увековечению, тогда мы рассмотрим этот вопрос. Нет, стоп. Да. Комиссия по увековечению рассматривает, вносит свои решения, да. потом уже к нам. А какое на решение? Прошу пояснить тогда, я, к сожалению, в данном случае первый раз с этим сталкиваюсь, что это за комиссия, кто ее возглавляет и где она находится, я имею в виду, при каком... Есть комиссия, постоянно действующая при Совете депутатов, сейчас шестиодневная, и есть группа комиссий, которые существуют под крышей так называемой администрации. Собственно, и все узнаете там. Значит, комиссия по жилищной комиссии, есть комиссия по уговению. Есть другие комиссии, которые по административной подчиненности занимаются теми или иными вопросами. В том числе есть комиссия, которая занимается этим. Недавно занимались там вопросом по увековечению памяти Николая II, когда был восстанавливаться на станции Химки, и один человек внес туда рассмотрение вопроса о увековечении остановки его на станции. Ну, да, на станции Химки. Был такой. Единственная у меня, информация, раз уж Антонина Васильевна в курсе этого вопроса, почему негативно отнеслась администрация к предположению? Существует такое негласное правило, оно, конечно, нигде не написано, что присваивает новые имена лишь тем объектам, которые вновь построены. У нас сейчас большое строительство, много, очень. Проездов, проезд 1732, строительный проект, тот проект, этот проект, проектов много, улиц безымянных много. Понимаете, что существующую улицу, может быть, кому-то хочется увековечить Крестовского, а какой-то бабушке, которая там живет, которая внук хочет квартиру передать, понимаете, ей сейчас начинать бегать в 90 лет, переоформлять свидетельство о праве собственности, больше свидетельства о праве собственности сейчас вообще не дают, а дают выписку из ЕГРП, простите. Поймите, надо все-таки учесть мнение
некоторых других лиц, которые проживают в этих двух домах. Их там может быть сотни две, но они там... Я не выступаю конкретно, значит, за позицию Николая Николаевича, или не выступаю конкретно против. Вот как мы решили, значит, сейчас я с ним свяжусь и передам, значит, о том, что нужно ему написать вот заявление от комиссии по удовлетворению и администрации раз. И я думаю, что можно будет провести собрание жителей и просто послушать их точку зрения. Но это я в факультативном, так сказать, значит, мере. У меня к вам вопрос. Раз уж вы настолько в теме, значит, ему требуется ответ совета депутатов? Или... Конечно, он же письменно его дал. Ну, он его вообще дал не письменно, он его дал по электронной почте. Если он по электронной почте... Ну, он же в 21 веке живет в Сочи. Владимир Владимирович Светцов давал ответ даже по электронной. Ну, я понимаю. Нужно шагать только со временем. Надо шагать, но тогда надо электронную цифровую подпись иметь, если уж совсем будет точно. Согласны с вами? Потому, может быть, не буду. Потому что вот, Антонина Васильевна, я уж не хотел бы в дискуссии, но раз уж так получилось, вы понимаете, вот со временем моего третьего избрания ко мне на электронную почту стали приходить, ну, столько писем, что у меня спам-фильтр просто горит красным огнем. Я не знаю почему. Там не буду говорить даже, какими именами подписывались люди. Отдельно могу сказать, сейчас вот не буду. Вот. Вплоть до того, что приходят письма от имени Александра Дренова. Да? Да. Вот. Интересно. С интересным адресом, которым он никогда не владел. И адресуются они тоже Александру Павловичу Дренову почему-то. Мне, ну и там. Чтобы не забыл, наверное. Ну, наверное, да. То есть сам себе. Не знаю почему. Поэтому вот, ну... Ну, насколько мне известно, значит, если, значит, при обращении, письменно там или каком еще, значит, анонимки никогда не принимаются, сами прекрасно знаете. То есть должны быть фамилия, имя, отчество, обратный адрес для ответа. Если человек обратный адрес оставил, в данном случае электронную почту, то я считаю, что ответить хотя бы, как говорится... По электронной почте, ну, в том же формате. Конечно. Хорошо, спасибо. Тогда, наверное, таков будет ответ, да? Хорошо. Так, наше решение будет рекомендовать заявителю обратиться в комиссию по увековечению, да? Не возражаете? Ну, или рекомендовать, это просто уточнение. Да, ну я точно не могу. Значит, соответствующую комиссию, образованную при администрации городского округа Химки. Кто за? Единогласно. Спасибо. Так. Третье. О проекте регламента Совета депутатов городского округа Химки, внесенного депутатом Наганова. Прошу. Ну, я вот уже пояснительную записку разослал. Надеюсь, что с ней все ознакомились. Там в чем суть предложения моего, так это, учитывая, что все-таки действующий проект был принят на последнем заседании предыдущего состава Совета депутатов, я думаю, что все-таки логичнее было бы новому составу принять уже непосредственно свой регламент для себя, а не предыдущему составу, соответственно, для нового. Это одно из соображений. Еще, что я думаю, самое главное, необходимо воспользоваться уже существующей практикой там, других городских округов, в частности, там, Долгопрудного и Зубина, и установить максимально, ну, собственно, я вижу, уже сейчас люди так достаточно свободно присутствуют, просто это зафиксировать, чтобы на заседании Совета депутатов люди имели право присутствовать без какого-либо приглашения или предварительного уведомления. И, в принципе, не только на заседаниях открытых, но и Совета депутатов, но и на заседаниях комиссии, чтобы это все было установлено. И это, в принципе, будет соответствовать тому частному определению суда Химкинского, которое, значит, было не так давно вынесено, как раз потому, чтобы... Ну, это вопрос мы еще обсудим, да. Да, вот, соответственно, вот в этом проекте, который я предложил, там, значит, отражены вот, ну, вот эти фактически пожелания, исходя из частного определения суда. Значит, соответственно, вот статья 4 об этом гласит, что заседания проводятся открытые, там могут присутствовать не только, в принципе, граждане, но и журналисты. Почему я поясню, здесь отмечено, что без аккредитации журналистов, потому что, в принципе, аккредитация, ну, она, исходя из логики закона о СМИ, она необходима для того, чтобы помогать журналистам. То есть, когда они аккредитовываются при органе, то орган, соответственно, обязан им помогать в этом освещении, в их работе, и они просто получают более привилегированное положение. Но отсутствие аккредитации, оно, в принципе, не отменяет право журналистов все равно присутствовать на любых открытых заседаниях. Просто в этом случае никто от содействия оказывать не обязан. То есть вот эта статья 4, она, в принципе, это и регулирует. Главное, чтобы это не мешало работе совета, соответственно. Значит, какие еще вот новеллы в регламенте, которые я предложил в этом проекте, это то, что
Значит, решение о форме голосования по кандидатуре председателя Совета депутатов и заместителя принимаются депутатами только тайно голосованием. То есть я поясню, в Уставе есть сейчас вот вилка возможно либо открытым, либо тайным голосованием, значит, решается, кто станет председателем Совета или заместителем. Но вот само решение о том, как голосовать открыто или тайно, вот это я предлагаю, значит, вот этом моем проекте. Предлагается принимать только тайное голосование. То есть это, значит, я считаю, просто позволит людям, которые, значит, могут руководствоваться какими-то своими соображениями и на открытом голосовании голосовать как-то одним образом, а при закрытом, при тайном голосовании они могут голосовать другим. Я считаю, что это наиболее демократично, поэтому, в принципе, вот одно из предложений моего регламента проекта заключается именно в этом. Также будет обязательная процедура обсуждения кандидатур на заседании Совета перед голосованием. Вот весьма важный момент, чтобы не просто значит, там, кто-то выдвинулся, а потом за него там сразу голосуют и все. А чтобы было установлено, что там человек о себе рассказывает, значит, определенного регламента время и отвечает на вопросы, которые ему задают. Значит, по всем статьям там уточняется порядок работы органа, который обеспечивает деятельность этих депутатов, ну, речь идет об отделе обеспечения деятельности или в аппарате. То есть там просто в ряде случаев, их там довольно много, там конкретизируется и детализируется вот, эта деятельность этого органа. А опять же, вот, исходя из практики, значит, работа там других советов, нашего в том числе, регламентируется, что если как-то нарушается порядок или сроки извещения депутатов, ну, вот сейчас такого нет, но в принципе, такое теоретически можно допустить, что там кто-то не будет извещен, или извещен будет, значит, так, что не прочитает это в итоге. Если вот такое произойдет, да, то такие депутаты, которые не были извещены, должны были заменить право потребовать переноса на себя. Либо комиссии, соответственно, либо самого совета. Вот. Значит, также вот вводится порядок информирования граждан уже о предстоящих заседаниях совета и повестках вот этих органов, которые обеспечивают деятельность. То есть, ну, тут более четко регламентируется, опять же, процедура, чтобы вот это, люди обладали возможностью заранее узнать о том, что в такое-то время там-то пройдет заседание или, значит, соответственно, там, заседание комиссии, и могли прийти. Там есть, значит, уточняющее положение о порядке проведения закрытого заседания, то есть и закрытого заседания комиссии и депутатских слушаний. То есть не просто вот взяли и решили, да, там, по каким-то неизвестным основаниям, а вот четко там определяется, соответственно, как в связи с чем. Регламентируется порядок удаления граждан с открытого заседания, потому что тоже такое право, в принципе, есть у председательствующего, но необходимо все-таки конкретизировать, в каких случаях-то можно удалить гражданина. То есть не просто так. Весьма важный момент, еще детализируется порядок внесения законодательной инициативы Совета депутатов в Московскую областную думу. То есть также депутатов имеют право внести законодательную инициативу, если большинством голосов проголосуют. Соответственно, вот, тут более четкий порядок этого регламентируется. Вот. Ну, это, в принципе, основные новеллы. И хотел бы подчеркнуть, что вот, действующий текст, да, он основан на уже действующих в других российских округах новых регламентов, то есть это все на практике работает. Вот. И в принципе он сочетает в себе лучшие моменты их регламентов и того действующего, который сейчас в городском округе Химки действует. На ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, да. Да, в принципе, все, чтобы сказать, что он был вопрос к вам. Можно? Да. Я задам. Вот вы вносите нормативный акт, вы считаете это нормативный акт, или это нормативный, вы считаете, что это правовой акт, или вы считаете, что это нормативный правовой акт? Не нормативного характера. Нормативного характера. А вот смотрите, а то, что вы регулируете этим актом права и обязанности лиц, которые могут присутствовать на заседании Совета депутатов, причем это не ограниченный круг лиц, вас не смущает, что подобного рода акты относятся
к актам нормативного правового характера. Тут скорее регламентируются все-таки не права именно лиц, которые присутствуют, а права самих депутатов, в частности, там, председательствующего комиссии, которые там может их удалить, например, если вот об этом речь идет, да, то... Говорите, они имеют право прийти, показав паспорт и присутствовать на совете депутатов. Любой гражданин, да? Да. То есть это неограниченный круг лиц? Так мы же не умоляем никакое право, они его и так имеют на закон. Не умоляем, да? не умоляем. Просто отличие нормативного правового акта и правового акта на первом курсе любого юридического института изучать, тем более юридической академии. Конечно. Вот это практика. Вот этот вопрос меня смущает. Ну хорошо, есть ли вопросы? Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста. Пометьте на несколько вопросов. Значит, первый вопрос, что значит фраза такая «регламент для себя»? Это самое первое, что вы сказали. Что значит для себя? Ну, во-первых, регламент ни для себя, ни для кого не однозначно не делается, поэтому, лично говоря, эта фраза непонятна. Дело группы депутатов, они там работали 5 лет, и умалять достоинство с точки зрения качества работы как-то. То есть ставится под сомнение работы депутатов прошлого созыва, которые приняли данный регламент. И со дня принятия его прошло сентябрь, октябрь, ноябрь, 3 месяца. Ну, я думаю, что они приняли начать свою работу в новом того состава. Они для себя не принимали. Они работали с тем документом, который позволял им выполнять ту работу, которую выполняли. Я выступлю, честно говоря, но все равно скажу так, такую фразу. Любые документы, которые бы не принимались, и, кстати, регламент в том числе, устав, положение, правила, законы, все это имеет характер времени. Пределы совершенства документов нет. В том числе регламент. Я не буду утверждать, что это абсолютно совершенный документ с точки зрения регламента. Но вот так вот, вот сейчас просто отмахнуться, зачеркнуть ту работу, которая была проделана, честно говоря, я воздержался в этом. Дальше, мелкий вопрос. Мелкое голосование. Самый демократичный способ. Как будем голосовать? Тайно, открыто. Почему обязательно нужно обязать депутата голосовать тайно? За что? Хотят принимать, а то и надо и решение. Поэтому мелкое голосование – это как раз допуск того, чтобы принимали любые решения. Хотят открыто голосовать, пусть голосованием голосуют за такую форму принятия решений по тому или иному вопросу. Хотят тайно голосовать, ради бога, пусть голосуют. А если они опасаются? А теперь самое главное, что? Во-первых, для того, чтобы здесь все-таки говорить об уставе, фактически речь идет о, ну так скажем, новом документе, новом регламенте. Ну, наверное, лучше тогда поставить вопрос о создании рабочей группы. Ну, так тогда было регламент, как бы устав был создан. Сначала создавалась, или я ошибаюсь, была создана сначала депутатская рабочая группа, причем не обязательно из депутатов, в комиссии по законодательству, а из депутатов. Создана была рабочая группа из депутатской комиссии, из депутатов по уставу Химкинского городского округа. Поэтому в этой части я считаю, что, в общем-то, вот так вот на комиссии лицо предлагает даже обладать депутатскими полномочиями, чтобы вот так вот в целом один регламент убрать, второй, значит, принять, я бы, честно говоря, не рискую. Я буду голосовать против вынесения на заседание Совета депутатов. Работу можно получить. Комиссии как раз они для этого не собираются. Ну, правильно говорю, я вас сразу говорю, я буду голосовать против. Давайте не лежите. То есть это сырой документ с точки зрения вот этого. Для работы, для обсуждения, пожалуйста, я готов обсуждать точно так. Все? Да. В принципе, да. Спасибо, Владимир Борисович. Прошу, отвечайте. Вопросы могут вам задать. Вы автор. Ну, в принципе, он сказал. Нет, я, в принципе, когда мы уже да. общались. У кого еще вопрос? Значит, ну, тогда я. У меня ряд вопросов к вашему проекту. Вот. Мне много непонятно. Я вот вас попросил читаться внимательно. Вы не прислушали. Ну, давайте тогда отвечайте на вопросы на мои. Смотрите, вот пояснительную записку вы представляете. За подписью. Действующий сегодня регламент депутатов городского округа Химки, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Химки от 30.05.2012 номер 77, редакция от 16.04.2014. Он поправился. Он поправился. Было так, да? Дальше. Было. Ладно. Было, да? Да. Ладно. Сам дальше. Был такой вот именно. Дальше. Не регулирует целый ряд вопросов, а также противоречит статье части 6 статьи 47 закона РФ о СМИ, гарантирующий право журналиста проводить записи, в том числе с использованием средств аудио, видеотехники, фото и киносъемки. То есть в нашем регламенте запрет, что ли?
Ну, сейчас нам действующим, вот именно действующей редакции, когда вот он лежит. Все время, постоянно. Вот сколько лет я депутат, постоянно, завтра еще два. Вот сейчас меня снимают. Видите, вот, уважаемый. Из аккредитации. Какой кошмар. Я про регламент говорю, про нормы. Это хорошо, что сейчас фактически... То есть фактически, вот, уважаемый товарищ, простите, как ваша фамилия? Моя фамилия Стацепкин Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, известная фамилия, кстати. Для меня, по крайней мере. Значит, получается, Евгений Васильевич нарушает действующий регламент, снимает меня. Ну вот, кстати, так сказать, уважаемый главный редактор тоже снимает меня. Они что, нарушают сейчас или что? Нет, они закон-то федеральный не нарушают. Нет, регламент наш не нарушает, получается. Нет, получается, что регламент, по-моему, не соответствует закону, который мы гарантируем. Я думаю, стоит прописать данную норму, чтобы не было злоупотреблений, как это было на первом заседании. Вот я вопрос задал. Ну, ладно. Какой ответ такой есть? Гарантирует право на ведение гражданами и журналистами аудио и записи на открытых заседаниях без какого-либо предварительного уведомления или разрешения. Ну, без комментариев, да, новый комплекс. Дальше. Ну, поскольку регламент является правовым актом ненормативного характера, конечно, ссылка на постановление Пленума Верховного Суда это прекрасно, но все-таки я другого мнения. Имейте в виду, что это все-таки нормативный правовой регламент наш. Да. Дальше. Страница. Раз, два, третий. Значит, действующий регламент Совета депутатов, утвержденный решением Совета от 03.12, номер 56. Это уже другое решение Совета. Не такое вы поправились, да? Тоже неправильно. Так, ладно. Переходим к самому регламенту. Так. Вот смотрите, мы недавно приняли положение об аккредитации журналистов в СМИ. И вы, кстати, за него голосовали. А Антонина Васильевна активно принимала в его создании участие. Но вы очень активны. За это вам большое спасибо. А вы вносите регламент, который вообще отменяет. А зачем тогда вы работали, скажите? Для чего вы голосовали? Почему не высказались тогда? Нет, я высказывался, я еще задолго до того, как мы приняли это положение об аккредитации, вот этот проект у нас, поэтому я и предполагал, что мы могли вообще обойтись без таких положений. Нет, положение об аккредитации оно все равно нужно для того, чтобы если журналисты, желающие, чтобы им оказывали содействие в ходе съемок на открытое заседание, они могли бы аккредитоваться, тогда бы их заранее уже обязан был органам оповещать о том, когда будет заседание, во сколько им приходить, где им разместиться. А значит, те, кто... Те, кто хочет, понятно. Ладно, так, статья 8. Смотрите. Значит, раз, два, три, четыре, пятый пункт. Значит, участвовать в заседании Совета депутат вправе. Вносить в Совет предложение о необходимости проведения проверок исполнения государственными, муниципальными, общественными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории городского округа, правовых актов городского округа. Значит, ну... Во-первых, у нас есть специалисты среди Совета депутатов. Да, вы, наверное, знаете, судья отметил, что есть специалисты по принципу разделения властей. Да. Значит, второе. Вы, наверное, слышали о законе номер 254 о защите прав организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного муниципального контроля и надзора. Ну, там речь не идет о том, чтобы прийти и проверку проводить, как в стиле ОМОНа, который там вытягивает документы там, из ящиков столов. Нет, речь идет о том, что просто сам учится депутат, он ему имеет возможность какую-то комиссию создать, которая там, исходя из открытых источников, или обратившись насчет какой-то организации, которая на добровольной основе уже ответит, вот это все проверяет. То есть это не означает, что какие-то люди наделяются правом приходить туда, значит, на территорию и изымать документы, там, ну, для меня это не очевидно из этой нормы. Поэтому я вопрос не задал. И другой вопрос, человек вопрос задаст к вам. Так, на постоянной основе не будет депутатов Совета. Так, дальше. Значит, открыто и гласно, вот статья 12, заседание депутатской комиссии проводится открыто и гласно, обеспечит свободный доступ граждан и представителей средств массовой информации без какого-либо предварительного уведомления и аккредитации на заседание депутатских комиссий. Ну, я тут тоже не совсем в аспекте. Мне кажется, что заявительный порядок все-таки должен быть сохранен, ведь даже конституционный принцип свободы собрания в нашей стране, да,
и то он почему-то ограничен обязательным порядком в органы местного самоуправления. Ну, вы, наверное, митинги проводили, знаете, да, что когда вы проводите массовые мероприятия, то нужно уведомиться. Иначе я вам скажу, что может получиться. А может получиться то, что когда, вот, например, ты однажды голосовать за бюджет, вот, а тут стоит демонстрация с флагом футбольной команды и говорит: Андрей Николаевич, почему вы хотите задушить наш футбол с плакатом? Прямо вызвать. Понимаете? Никто не видал. Они прошли и начали здесь несанкционированные массовые мероприятия. Ну, кроме любви там кого-то. Тогда была ответственность маленькая, но ведь было. Поэтому я считаю, что уведомление, ну, извините, это мое мнение. Ну, вы, конечно, видите, я просто говорю, да, что тоже может быть такая ситуация, да, как у нас уведомление о публичных мероприятиях, она же вот во что выродилась, вы от ума прикиньте, что фактически только два места, где можно провести публичные мероприятия. То есть попробуйте, значит, заявить о том, что вот на площади перед администрацией провести. Откажут, в любом другом месте откажут, скажут, либо вот вы идете в парк Толстого, либо куда-то там в Сургут, Дом культуры. Вот два места, которые установлены, и только там можете митинговать, больше нигде. Я вам возражу. Я полгода назад, летом, вот здесь проводил, вот, возле Ленина, проводил массовые мероприятия. Заявление, пожалуйста, мне разрешили, ну, как бы, там не разрешение, там как бы согласовали, согласовали на станции несколько раз. Мне лично я подавал, понимаете? Митинг проводили? Я проводил пикет. Митинг, для митингов у нас введено конкретно два места, которые Слава Романовна правильно сказала, парк Толстого и парк Величко. Ну, все, спасибо за замечание, да. Так, статья 20. Мне не нравится, что некий заместитель председателя совета координирует работу под отчетностью ему постоянных и временных комиссий. Вы вводите отчетность комиссии заместителя председателя совета, я с этим не согласен. Председатель комиссии подчиняется непосредственно председателю совета. Но... Можно исправить. Значит, давайте так. Давайте так. Значит, я сейчас буду голосовать против вынесения этого проекта на заседание Совета депутатов. Вы, наверное, поняли почему. Потому что красного у меня еще тут много. Значит, давайте создадим рабочую группу. Будем обсуждать ваш проект. Вообще, я сторонник того, чтобы действующий регламент дополнить некими положениями, чтобы он удовлетворял всех. Присутствующих, хотящих, рвущихся, там, я не знаю, снимающих, всех, но чтобы это был нормальный документ, а ваш документ целый. Ну, простите, это мое мнение частное. Вот, поэтому предлагаю отклонить, точнее так, предлагаю не выносить данный проект на заседание Совета депутатов. Стоп. Да. Ребята, это мое предложение. Да. Внесено, сказано, да. Стоит на голосование фактически на два вопроса. Выносится, если он настаивает, и сами не снимают. Или не выносится на заседание совета? Согласен. Спасибо, что правда. Владимир Борисович, значит, ну, очевидно, первым пунктом голосования будет, кто за то, чтобы вынести данный проект регламента на заседание Совета депутатов. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет. Значит, второй вопрос. Кто за то, чтобы не выносить? Обязан проголосовать второй вопрос. Все, отклонили. Все. Тогда решение комиссии не выносить. Ну, и тогда давайте проголосуем за создание комиссии. Стоп. Да? Или нет? Может, рабочая группа? Мы же можем проработать этот вопрос в рамках комиссии. Да. Слушай мнение. Я буду против сейчас опущу. Я много основания делаю. Извините меня, почему председатель комиссии должен вносить такое предложение? Инициатором был депутат Маганов. Если он хочет работать, ради бога, пусть он предлагает о создании рабочей группы, которая обосновывает, что устарел тот регламент. Давайте создадим рабочую группу из депутатов, кандидатов, я опять рассмотрю. А так сейчас хочу предложить. Вы конкретно что-то предложите? Нет, я не У меня, допустим, нет желания выходить в рабочую группу. Ну, просто вот, ладно. Вы не хотите. Да и предложений нет еще. Тогда что предложение? Если есть предложение... Вы, по-моему, говорили по поводу чего же. Я предлагаю создать рабочую группу, и все желающие, кто обладает достаточной компетенцией, у кого есть предложение, по сути, пускай вносят данные. Вопрос. Все это... Депутаты. И не только депутаты. И не только депутаты. Но, Владислав Игоревич, продолжите мою мысль. Да, я думаю, действительно, давайте создадим тогда, предлагаю создать рабочую группу. Это создается не комиссия, как учтите. Вопрос вынести на заседание совета. Совет может принять этот вопрос о рабочей группе. А комиссия сама может предложить создать рабочую группу. Мы тогда опять голосуем. Да, нет. Ну как?
Так все время было и есть. Да. А как еще? Итак, мы на комиссии не можем принять такое решение. Итак, а вот вопрос о создании рабочей группы и вынести на заседание совета, чтобы совет принял решение о том, что группу создают, ради бога. Можно и в таком формате? Нет, а в каком? А в таком формате она не получится. Коллеги, коллеги, давайте. Нас никто не уполномочил. Давайте в теме, да. Значит, и так поступило предложение депутата Стеценко о создании, о вынесении вопроса о создании рабочей группы на решение Совета депутатов. Рабочая группа, вероятно, предположительно будет называться рабочая группа по совершенствованию регламента Совета депутатов городского округа. Нет, не так. Новая редакция регламента. Новая редакция регламента. Так, да? Да. Все хорошо. Значит, спасибо. Запишите, пожалуйста. Рабочая группа для выработки новой редакции регламента Совета депутатов. Кто за то, чтобы вынести этот вопрос на заседание Совета депутатов? Кто за? Двое. Кто против? Один. Кто воздержался? Так, предложение прошло большинством голосов. Неквалифицированным, но большинством голосов. Предложение о вынесении вопроса на заседание Совета депутатов о создании рабочей группы прошло. Так, далее. О внесении изменений и дополнений в регламент Совета депутатов городского округа Химки. Значит, депутат Большаков внес вносит предложение о внесении изменений и дополнений в регламент Совета депутатов городского округа Химки существующие. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что на первых двух заседаниях происходили определенные события, потом был суд, судебное решение, ну и в рамках этого процесса, как я уже сказал, пределы совершенства любых документов не существует. Для уточнения, как я еще раз подчеркиваю неоднократно, что у нас никогда не было проблем с посещением любыми гражданами заседаний Совета депутатов, комиссий и так далее. Тут просто, по-моему, какой-то произошел сбой в понимании этого процесса, но с другой стороны, может быть, действительно требуется уточнение. Поэтому я внес одно уточнение, но дело в том, что само уточнение должно было быть разделено как бы на три части. По логике включается там в одну позицию, потом, значит, часть в другую позицию на регламента, и там третья позиция, кому получается исполнение этого. На руках у всех было разослано с пометками все, которые в принципе есть. Повторяйте еще, что больше в этой части нет необходимо. Ну, можно зачитать там, просто зачитать, в чем суть там? Да, я сейчас попробую, только найти надо. Так, сейчас, нажим. Так, значит, насколько я могу судить, там идет речь только о правке трех статей, да? Значит, это... Сейчас. Так, сейчас. Проект регламента, простите, за паузу. Сейчас, у вас нет? Да я с тобой, у меня выполнено где есть. Предложение, но... Просто я рассылал, а вот... Сразу организационный момент. Прошу уточнить, когда было разослано членам комиссии данные правки Владимира Борисовича? Данил Васильевич, я этот вопрос... Потому что первый раз вопрос сняли. 16.11. Посмотрите, там есть. Да, где-то. Значит, далее. Значит, я это подтвердил, поскольку Владимир Борисович настаивал. Я с ним вел переговоры по внесению. Значит, и подтвердил эти правки вчера, по-моему... 22.34. Точно. Точно. А что говорится в положении? За сколько дней нужно высылать материал для комиссии? Ничего не говорится. Ничего не говорится. Посмотрите.
Покажите мне, где говорится, в том все и дело. Положение об остальных комиссиях 3.2. Материалы для рассмотрения вопросов на заседании комиссии представляются не позднее, чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором планируется их рассмотрение. Я отправил 16-го. 16-го, 11-го. 16-го, 11-го, тестирование какое? Тогда еще было неизвестно по поводу комиссии. И какие там правки были внесены? Вот когда мы выслали повестку, а внесение изменений и дополнений предлагали соответственно. Откуда я знаю, вы это внесли? Андрей Николаевич, может быть, я не знаю, Наганов решил какие-то еще свои правки внести. Я не рассказал, я не обладаю правом рассылки. Я могу так и вот. Поэтому разосланно было через, естественно, соответствующую службу. Когда? Вчера? 22-34? Я сказал 16-го. Ну, я не буду спорить, нечего спорить. Так. Итак, вот, нашел я. Дело. Значит, в действующий регламент Владимир Борисович предлагает внести следующее дополнение. Статью 3. После слова «многообразие и многопартийность» его дополнение. В целях организации доступа к информации о своей деятельности Совет депутатов обеспечит возможность присутствия заинтересованных граждан, представителей организаций и общественных объединений на открытых заседаниях Совета депутатов. Дальше. Статью 38 он вносит поправку. После слов «заседание» проводится открыто. Значит, возможность присутствия на заседании Совета заинтересованных граждан осуществляется на основании письменной заявки с указанием в ней фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, контактного телефона, данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Письменные заявки граждан о намерении присутствовать на заседании Совета направляются председателю Совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания Совета. В зал заседания Совета допускаются лица согласно утвержденному списку при предъявлении документа, удостоверяющего их личность. Количество присутствующих граждан может быть ограничено только размером площади помещения, в котором проходит заседание Совета. Граждане, присутствующие на заседании Совета, обязаны соблюдать установленный настоящим регламентом порядок. Лица, нарушающие установленный регламентом порядок или допускающие хулиганские действия, заседания Совета удаляются. И в статью 75. Значит, после абзаца совместно со структурным подразделением администрации организует решение вопросов, связанных с присутствием граждан, представителей организаций, общественных объединений на заседании Совета. Ну, аппарат Совета депутатов. Значит, у меня сразу замечание по поводу хулиганских действий. Значит, я бы не стал бы писать такое слово, а написал бы противоправные действия. Потому что хулиганские действия, ну, это как прерогатива суда, наверное, да, определить, существует ли состав правонарушения в деянии в этом. Итак, вопрос. Вопрос. Депутаты, члены комиссии, пожалуйста. Владимир Борисович. Да, у меня вопрос. Что в понимании Владимира Борисовича означает открытое заседание? Судя по тому, что он пишет, возможность присутствия на заседании заинтересованных граждан т.т. на основании их письменной заявки. Это, по-вашему, открыто? Вообще, вот не понимаю вопрос. Ну, вы отвечаете, Владимир Борисович, ну, так сказать, человек хочет... Открытое заседание – это что, по-вашему? Разъясните. Открытое заседание – это заседание Совета депутатов, если иные установлены. Это беспрепятственное присутствие граждан, я правильно понимаю? На заседание. А кто препятствует? Заявка, которую необходимо сколько? Не позднее, чем за 2 рабочих дня. Это у нас препятствие? Это препятствие. Нет, вы так рассматриваете. Можно реплику вставить на заседание? Подожди, сейчас я скажу. У нас здание какое? Какое? С режимом. Попробуйте пройти сюда без оснований, не предъявляя документ. А кто говорит, что не нужно предъявлять документы? Вот сегодня у нас граждане прошли по паспорту, предъявили паспорт, потому что им скрывать нечего. Они не пришли сюда, как было сказано на совете депутатов, терроризмом заниматься. Каким образом, вопрос, каким образом был сформирован список на вахте? Потому что я знала, что в очередной раз здесь будет распри, и поэтому заранее подала список. Чтобы распри не было,
Как и чтобы не было судебных заседаний, Три помощника депутата, Мы сейчас заняли за... Мы сейчас весь зал, короче говоря, помощниками депутата заместим. И, короче говоря, согласно, если не ошибаюсь, регламенту Совета депутатов, списки подаются, заявки, списки на людей, которые непосредственно будут принимать участие в заседаниях Совета депутатов или комиссии. То есть это приглашенные. Приглашенных не видим где. Значит, вот о чем мы речь, что в регламенте и вообще нигде не закреплено, а то не перебивайте, пожалуйста. Вы задаете вопрос, я вам отвечаю. Вы задали вопрос, сами отвечаете. Чего? Тогда я, извините, я буду сидеть и слушать вас. У нас нигде не регламентировано, как, значит, люди будут проходить в здание, значит, администрации на заседание Совета депутатов или заседание комиссии. Я внес предложение, которое регламентирует этот вопрос. Если вам это не нравится, Не нравится. Обосновывайте и голосуйте, господи. Но существует обычная нормальная демократическая практика. Мне не нравится, я вношу предложение. Или голосуй против. Чего вы хотите от меня? Вы хотите меня заставить голосовать так, как я должен тут по-вашему голосовать? Так, ну я бы все-таки предупреждал, прошу внимания. Значит, дело вот, что закрытое заседание, это заседание, на котором никто, кроме депутатов, не присутствует. Понимаете? А открытое заседание, когда присутствуют люди, которые пожелали или их пригласили и так далее. Вот это вот разница. Не в том, что они показали паспорт или там их в списки внесли, а именно потому, что они здесь присутствуют, поэтому заседание не открыто. Кстати, понимаете, вот тут именно тот случай, когда птица свободы и либерализма ломает крылья у местной охраны. Понимаете меня? Не понимаете. Ну, хорошо. Значит, Владимир Борисович, единственное, что мне не нравится в 38-й статье, это то, что на экстренном заседании Совета депутатов они получают какую-то помощь. Сами я не уточнял, понимаете как? Понимаете как? Что такое регламент? Регламент вообще-то это документ, который мы где работают в принципе депутатского корпуса. Понимаешь, расписывали сейчас, когда нужно отдельно положить, как проходить, как пропускать, какой паспорт показывать, какое заседание слушать, почему. Строго говоря, да. Ну, вы знаете, когда мы просто погрязнем каких-то документов, которые будут такие вещи регламентировать. Ну, еще раз говорю. Или мы погрязнем вот. Что? В решении суда. Вы присутствовали на заседании суда, Владимир Борисович? Что? На суде Ярослава Некрасова вы были? Да, присутствовали. Значит, вы вспомните слова судьи Гупина о том, что, допустим, человеку вот сегодня заседание комиссии, и сегодня внезапно он понял, что ему нужно присутствовать на данном заседании. А заявку нужно было подавать, как вы просите внести правки, за 2 дня. Это является препятствием? Является препятствием. Нет. Почему? Еще. Да вы понимаете, в чем дело? Вы сейчас понимаете. Вы плохо, что не понимаете. Я, извините меня, все-таки уже третий здесь депутатский кризис, да? И еще раз говорю, за 10 лет практики не было ни одного случая. Это первое. Второе. Хоть и написано за 2 дня, но это просто чисто технологически. Надо отправить по электронке. Там кто-то подпишет, потом, значит, от распечатки принесут на вахту сюда. Вот и все. Если кому-то очень надо пройти, да? Ну, по крайней мере, я как зал подойду и скажу, так и так, пропустите, пожалуйста, кому-то очень надо. Но у нас не было таких случаев. Это почва для злоупотреблений. Каких? Так? Каких? Не бросайте словами, говорите каких. Вы говорите, что это чисто технический момент. Мы чисто технически здесь документы принимаем или для того, чтобы они работали? Работали. Вы говорите, за 2 дня, в следующий раз, вы же сами будете мне указывать на то, что Антонина Васильевна, читайте, пожалуйста, положение. Читайте регламент. И вы скажете, за 2 дня. Почему вы присылаете это за час? Я не согласна. Голосуйте против. Мы еще не перешли голосование. Давайте перейдем к голосованию. Действительно, Антонина Васильевна. И еще один момент по поводу емкости помещений. Как Владимир Борисович предлагает их определить? Количество мест. Посчитайте количество мест, и у вас будет объем помещений. В чем это не прописано? Там написано. В предложении записано это. Да, записано. Ограничено только размером да. площади да. помещения, в котором проходит заседание совета.
Поясню. Площадь помещения. Редко. Но у нас иногда бывают заседания, проводили заседания комиссии в Химках. Арены Химки. Там есть, естественно, площадь, но раз в 4-5 больше. Конечно, там можно больше поместить людей. Здесь попробуйте поместить. Ну, посчитайте количество мест, вот здесь столько здесь есть. Вот и все. Так. Хорошо. Допустим, мы принимаем ваши правки, допустим. Не надо пускать. Вы голосуете или да, или нет? Теоретически. Вот пришло 200 заявок на присутствие на заседании комиссии, а площадь помещения не позволяет. Что вы будете делать? Часть заявок отмените и скажете, нет, уважаемые товарищи, не проходите? Конечно. И по какому принципу вы будете это выбирать? Кто успел, того и тапки? Совершенно верно. Хорошо, а вы как предлагаете? 200 человек было, да? Дальше чего будете делать? Куда будете справляться? Не знаю, я не предлагаю вообще заявки какие-то оформлять. Я же еще... А 200 человек пришли сюда. Вот слушай, вы слово, я вас поймал на слово. 200 человек пришли сюда. Куда вы их разместите? Ну, публичное слушание, всегда люди приходили. Да при чем здесь публичное? Мы сами депутаты, я про сами депутаты говорю. Так, публичное слушание гораздо больше людей приходит, чем на сами депутаты. Вы задали вопрос сами себе, ответьте на него. 200 человек изъявили желание прийти сюда. Где вы их разместите? Знаете, удобно, чтобы вам не стыдно было. Я вот не знаю, как говорится, тебе поэтому сказал, вводится определенный порядок. Порядок, не больше, не ограничение, а порядок. Антонина, можно я вам вопрос задам? Попробуйте. Значит, смотрите, а вот как вы считаете, не следует ли ограничить, 200 человек много, если не следует ли ограничить, как вам сказать, присутствующих граждан, в правах присутствующих граждан тем, что здесь присутствовать могут только жители городского округа Химки или прописанные там. Понимаете? Вот мне не хотелось бы, чтобы там из Москвы люди толпились, да? Не хотелось бы, чтобы там из Дубны приезжали. А были подобные случаи? Конечно. Были. Были подобные случаи. Причем, обратите внимание, что положение публичных слушаний, утвержденных главой администрации, там ведь именно речь идет о таких людях, что там не допускаются граждане, не проживающие на территории. Я знаю, мы работаем над этим положением. Ну, вы работаете. То есть вы как относитесь к тому, если будет внесена поправка о том, что здесь могут присутствовать только проживающие, наши избиратели с вами, только лишь наши избиратели. Мы же для своих избирателей работаем, а не для каких-то там абстрактных граждан. Допустим, придет пресса. Нет, значит, прессу, пожалуйста, согласны? Без аккредитации. Вот не хотят они аккредитации, они хотят просто прийти. По заявке их пропустит председатель. У нас есть временная аккредитация на срок не более 24 часов, по положению, в котором вы так активно принимали участие. Прессу не трогает, просто приехал гражданин из острова Сахалина и говорит, я хочу вот на вашем совете тут посидеть, посмотреть. Да. Вот. Вот вы считаете, он может, имеет право? Ну как? А почему нет? Я понимаю. Захотят присутствовать? Давайте так, вот поставим вопрос. 200 человек с острова Сахалин и 15 человек после этого вдруг, наших избирателей, наших с вами, вдруг подумали, что им тоже надо присутствовать. Они приходят, а здесь одни сахалинцы сидят. Вот как? Их права нарушены. Они же избиратели наши. Зачем? Понимаете, как быть? Абсурд какой-то. Как вы там любите говорить, давайте на первом претензии. Хорошо. Тогда приедут 200 сахалинцев, тогда и подумают, что с этим делать. Ну, как 200, вот. Как а по поводу 200 человек и заявок, вот допустим, вы 100 заявок одобрили, а 101 там и далее пишете, извините, не можем вас пустить, потому что мест нет. Я правильно понимаю? Или нет, как? Вы будете? Нет, это ничего не собирается обычно одобрять. Хорошо. Это будет предложение. Там черным по белому написано, что в данном случае решение принимается кем? Тем, кто полномочен дать указание охране, чтобы они пропустили. Как было и в данном случае сейчас. Но если были 200 человек, а я знаю, что здесь, допустим, 50 мест, то, конечно, я 150 должен насечь. Но зачем я буду людей на пол сажать или на циновки какие-то? Это глупость. Мне просто не проявление неуважения в этом случае к людям. А то, чтобы их не пустили на заседание, это не проявление неуважения, да? Хорошо. Тогда вопрос. Вы сами себе вопрос задали. 200 человек. Куда вы их? 200 пропускаете, оформляете, пропускаете и так далее. Дальше что вы будете делать? Ну, в моей маленькой практике публичных слушаний, когда здесь были слушания. Причем здесь публичные слушания? А я думаю, вообще про масштаб. Я вообще про публичные слушания не говорю. Я говорю, вношу в регламент
регламент дополнения, в котором черным по белому написано, где присутствуют граждане. Они присутствуют на заседании совета, на комиссии, на всех мероприятиях, которые относятся к совету депутатов. Вот, собственно, все. Поэтому говорите об этом 200 человек, куда вы поставите. Я так не слышу ответ. Третий раз важный вопрос вам возвращаю. Он зал. Где у нас обычно проходит заседание совета? Обычно. Все, Владимир Борисович, ответ, который есть. Все, давайте голосовать. Значит, еще уважаемый член заинтересованных лиц, вот они как будут заранее, ну, то есть узнавать о том, что планируется там заседание, да, там все-таки речь, вы знаете, о том, чтобы заранее на сайте как-то было опубликовано. Согласен. Но... Сейчас, даже можно я отвечу. Значит, вообще это делается это следующим образом. Я не знаю, почему сейчас мы не сделали, но... Вообще-то частично вопросы к вам и ко мне, да, но здесь, наверное, скорее всего, сказывается конечно. Значит, сейчас наверняка, начиная с января месяца, зайдет вопрос о создании планов работы комиссии и планов работы заседания совета. И, как правило, вся практика предыдущая показывала, что и даты, и основные вопросы, они выдерживаются. Конечно, это не значит, что подвижек нет, это, конечно, не значит. Но, по крайней мере, эти обозначения в начале года висят на сайте. Там, где написано работа Совета депутатов посвящена. Вопроса, в принципе, в этом никогда не было. А заинтересованное лицо, если оно проявляет интерес. Я так думаю, вот присутствующие здесь граждане, они и узнали о заседании комиссии, потому что они заинтересованы. Если бы они не были бы заинтересованы, они бы не спросили ни у вас, ни у других депутатов, присутствующих здесь, о том, когда будет заседание комиссии. По-моему, вопрос он как бы не совсем корректный. Вот я и говорю, заинтересованные лица. Кому не интересно, его на Аркане не затащишь туда. Я одного скажу, я уже говорил об этом. Он мне задал, что вы там делаете? Я говорю, приходи и посмотришь. Он, помнишь, ходил тогда? Вот. Ходил сюда, а потом через после третьего заседания перестали, что интерес пропал. А вы, я же должен владеть вопросом, что обсуждается, какие цифры выходят, какие цифры не выходят. Но владеть вопросом надо. А просто присутствует, ну, извините меня, зрителям, где-то на каком-то мероприятии, ну, я уж не знаю, как его назвать, любой. Какой интерес? Это их право. Ну, право, да, право имеешь. Вы же не высказать. Я здесь только не вас не согласен. Какого прецедента, если кого-то... По очереди. Спросите, я вот элементарно спрашиваю у своих этих самых, тех, которые есть там, так, спрашиваешь, какой бюджет городского округа Химки? Хотя бы порядок назовите. Без понятия, 99,9%. Вот интерес. А какая структура? Ну, по структуре вообще молчат. И про многие вопросы. Поэтому, у кого есть интерес, он всегда проявит, спросит и так далее. Нет интереса, тут ни положение, ни изменение в регламент ничего не поможет. Так, все. У вас вопросы? Нет, я хотел высказать свое мнение. Могу полностью согласиться с мнением Владимира Борисовича, что ограничение присутствующих на заседании Совета депутатов должно быть только одно – площадь помещения. Но при этом надо предусмотреть. Мы знаем, что на заседаниях Совета депутатов присутствуют сотрудники администрации и других органов. Управления, надзорных… Чуть маленькую ремарку, прямо что-то вот здесь. Попробуйте их затащить, если его вопрос не касается. Он придет. Я не об этом. Я по существу вопрос. Ограничение должно быть, потому что физически сюда не может влезть больше того, сколько он может. Но при этом надо предусмотреть, что количество мест, предусмотренных для граждан, присутствующих на заседании, не должно быть менее 50%. Чтобы мы не пришли граждане, которые хотят присутствовать на заседании, доставить на приглашение, половину администрации. Это первое. И второе. Против заявительного порядка, разрешающим присутствовать на заседании Совета депутатов, потому что в заявлении вы просите указать данные, которые, скорее всего, подпадают под федеральный закон о работе с персональными данными. О защите персональных данных, да, это второй вопрос. Поэтому любое лицо, желающее принять участие в заседании Совета депутатов, при наличии свободных мест, не менее 50, которые, я думаю, мы пропишем, никакого вопроса. А это лицо паспорт на ВАКСе обязан показывать? Да, оно предъявляет вас. Но вы бумажный носитель не представляете информацию.
Присоединяйтесь. Ну вот, например, вы понимаете, что в суде, да, что в суде все равно записывают вас, да, когда вы проходите? Возможно. Да нет, так оно и есть. И там же, и там точно так же ваш глаз запишут на входе в это здание. Так что, ну, тут вопрос такой. Будут ли они отвечать, эти люди, которые наняты, за защиту ваших персональных данных? Итак. И люди тоже. Так, итак, давайте сейчас проголосуем. Выносить ли поправки Владимира Борисовича в регламент Совета депутатов на Совет депутатов? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Александр Павлович. Ну, речь идет о тех поправках, которые внесены были, да? Да. Письма. Да. Ну, для рассмотрения надо, конечно, носить, естественно. Я просто хотел зафиксировать, вы же имеете право голоса. И не воспользовались. Речь идет о том, что... Предложение принято. Я повторюсь, имеется в виду частное проведение суда, потому что надо... Да. Да, конечно, это надо принять, как можно быстрее, да. Так, дальше. Предложение принято. Так. У нас следующий вопрос. Это предложение о внесении депутатом Большаковым решения Совета депутатов городского округа Химки о депутатском запросе. Прошу. Уважаемые депутаты, ну, я внес предложение, которое регламентируется, вернее, в котором регламентируется положение о депутатском запросе, и там, ну, в общем, делится эти два понятия, депутатский запрос и депутатское обращение. Честно скажу, в общем-то, меня на это как-то подтолкнуло как раз тому, о чем я говорил, что дело совершенства документов не существует. Но в каком-то смысле меня подтолкнуло на это знакомство с документами, которые предложил депутат Наганов. Депутат Наганов предложил следующее в своем регламенте. Это не статья 62, это не состоящая из трех пунктов. Значит, там регламентируется признание обращения депутатов к депутатским запросам, потом то же самое, но регламентируется, как принимается это. И третья, 62 статья у него, это оглашение запроса. Статья 77, она регламентирует все то, что касается, там достаточно большая статья у него, значит, его вот, отклоненном на сегодня пока регламенте, это обращение депутата, и там достаточно все это расписывается. Ну, так получилось, что, в общем-то, действительно, такое, что я посмотрел свой регламент, и в нашем регламенте это, в общем-то, достаточно, как говорится, пустое место. У нас там настолько все, как говорится, пусто. Вот. И подтолкнуло на это знакомство с двумя документами. Значит, один документ – это обращение одного депутата. Когда я познакомился, оно, во-первых, выходит, даже обращение выходит за рамки депутатских и полномочий, депутатских интересов, то есть как бы не регламентируют. А второе депутатское обращение, но оно, в принципе, в общем-то, обращено как-то тоже, в общем-то, с точки зрения оформления, никакой общественной значимости не имеет, ну и так далее. Ну вот отсюда возникла, в принципе, значит, необходимость упорядочения в нашем же регламенте того, что, в общем-то, уже сделано и в других регламентах. Пришлось поднять, естественно, типа определенных материалов, документов, оптики. Вот. Вот, допустим, москвичи как делают. У них, значит, депутатский запрос в Москве. Значит, у них, значит, ну, вот одна из статей там одного муниципалитета. Депутатский запрос вносится на заседание муниципального собрания в письменной форме. Оформление депутатского запроса производится в соответствии с регламентом муниципального собрания. Ну, так-так. Наиболее близко, в общем-то, как бы, нам стоят те, которые уже имеют, они, кстати, давно приняты, но вот они внесли 9 февраля 2016 года определенные изменения. Это Люберцы, муниципальный совет депутатов муниципального образования, Люберецкий муниципальный район. Значит, у них в регламенте так. Депутат совет депутатов вправе направлять письменное обращение, т.т. и так далее. Обращение депутатов.
депутата Совета депутатов управления. В статье 3 будет оглашение на заседание Совета депутатов. Указанное обращение не может именоваться депутатским запросом. Депутатский запрос имеет определенный статус оформления. А вот что рекомендуют вообще юристы и что здесь? Здесь вообще делится, оказывается. Я, честно говоря, сам не очень изначально как бы в этом доходил понимания. Мы как-то с этим не были достаточно тонко и точно знакомы. Оказывается, значит, следующее. Депутатский запрос – способ получения представителем органа муниципального образования информации или разъяснения по какой-то проблеме. Что понимается по депутатским запросам? По депутатским запросам считается внесенное в письменной форме на рассмотрение представителя органа муниципального образования и принятое представителем органа муниципального образования обращение депутатов, группы депутатов по вопросам, имеющим общественное значение. В каких случаях депутаты используют право запроса? Запрос вносится по вопросам, имеющим общественное значение. Дальше, значит, отличие запроса от обращения. Ну, необходимое исключение повестку дня представителя органа и обязательного оглашения на заседание представителя органа. Это отличие от, значит, обращения от депутатского запроса. Обязательность проведения обсуждения по запросу, обязательность принятия решения представителя органа по запросу. Этим депутатский запрос существенно отличается от депутатских обращений, а также вопросов, критических замечаний и предложений, высказанных на заседании представительного органа. Порядок внесения депутатского запроса на рассмотрение заседания представительного органа муниципального образования целесообразно закрепить на нормативном правовом акте органа местного самоуправления. Но не буду, тут у меня достаточно много всевозможных бумаг, свободов, которые я так иначе, когда осуществлял, значит, просмотр многих документов, в том числе рекомендуемые нам регламент муниципального, значит, образования ДУБНА. Я прошу прощения. Сейчас, подождите. Закончит, будет задавать вопрос. Вот, ДУБНА, в частности, значит, там в меньшей степени, ну, почему? Кто-то больше прописал, кто-то меньше прописал. Ну, я вношу, по крайней мере, предложение, чтобы этот вопрос, в принципе, регламентировался. Вводится понятие обращения, вводится понятие, значит, депутатский запрос, вводится порядок оформления. Я выношу это на суд. Комиссия надо... Предлагаете рассмотреть комиссии с целью... Как обычно, вынесение на... Стандартные да. Процедуры. Спасибо, Владимир Владимирович. Вопросы? Депутатский центр. Первый вопрос непосредственно. Откуда у вас источник определения депутатского запроса, то, что вы зачитывали? Что? Вы зачитывали, что такое депутатский запрос, что такое обращение и так далее, и тому подобное. Источник. Так сказать. На что опирались? Есть юридические службы, в частности, значит, федерального собрания. Я предлагаю не вопросы задавать, а высказывать свое мнение по поводу этого постановки этого вопроса в принципе. Давайте именно таким образом будем поступать. Хорошо. Принимаю на свой счет, да. Пожалуйста, продолжайте. В целом оценка, я имею в виду, данного положения, я считаю, что оно сырое, раз. Во-вторых, значит, конкретно, данным положением, особенно вот общее, значит, положение, у нас здесь идет подразделение на депутатский запрос и депутатское обращение. Значит, у нас непосредственно, значит, согласно статьи 40, пункт 1 Федерального закона 131 о общих принципах организации местного самоуправления сказано, что депутат, деятельность депутата не должна быть чем-либо ограничена. Владимир Борисович предлагает у нас подразделить депутатский запрос и депутатское обращение, в котором он предполагает, что это будет всего лишь мнение депутата. Понимаете, мнение может быть, я не знаю, неофициально, где-нибудь в интернете, там, в Инстаграме там, или в Твиттере, да, это мнение частное. Когда депутат подготавливает обращение в адрес каких-либо органов, организаций на основании обращения граждан к нему, это не мнение депутата, это отражение воли избирателей, которые за него голосовали. Таким образом, депутат исполняет непосредственно свои функции. Данина Александровна, вы за или против? Скажите. Против. Вот я сказал, мнение свое высшее по отношению к этому документу в целом. В целом против. На основании данного, так сказать, я сейчас закончу. На основании данного предложения я подготовила свою редакцию. Подождите секунду.
Давайте так, по порядку, иначе мы сейчас здесь попробуем выходить. Александр, пусть договорит, значит, а на свою редакцию, значит, в установленном порядке вносится, я не вопрос. Считаю так, вопрос поставлен, вот он дал предложение, высказать мнение по отношению к поставленному вопросу. Просто, да. Мы еще других мнений не слышали. Да, высказывайтесь. И второе, значит, по поводу санкций ничего не сказано. О том, что если вот, допустим, орган или организация не ответит на данный депутатский запрос, ну вот, забудет там, не знаю, или скажет, а не ваше дело, и так далее. Санкции какие-то. Я отвечу. Значит, у нас есть крупный специалист по поводу разделения властей. Значит, все санкции налагаются судом. Если у нас какая-то организация, должностное лицо, им выполняет федеральное законодательство, а им закон номер 2 в порядке рассмотрения обращений граждан, то он подлежит административной ответственности по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Вот вся санкция. Не надо здесь о порядке рассмотрения депутатского запроса загромождать ответственность уголовным кодексом, кодексом административных правонарушений, ну, исполнительным, да. Можно мне сомнение сказать? Значит, я вообще не поддерживаю, честно говоря, этот документ. Потому что я знаю, что есть положение о депутатском запросе в областной думе, есть положение о депутатском запросе в государственной думе. Скорее, это носит характер взаимоотношений между, так сказать, определенными структурами государственной власти. Значит, по статистике, которую я посмотрел по депутатским запросам, хотя мы их называем запросами депутатского, на самом деле они воплощены просто в виде письма депутата, обращения по, или администрации, структурам, или еще кому-либо, значит, и называемый депутатский запрос или не депутатский запрос, суть от этого вопроса не меняется. Я считаю, что на уровне уже муниципалитета вводить такую градацию, ну, скажем так, наверное, неправильно. Потому что, значит, обращение депутата, или называть его в скобках запрос, они возникают не по графику, а достаточно спонтанно по мере рассмотрения каких-то вопросов. Значит, мы загоним себя в такую ситуацию, когда мы вынуждены будем собирать совет депутатов непрерывно, только для рассмотрения депутатских запросов. Значит, я считаю, что это неправильно. Значит, ответ на эти вопросы очень простой. Депутат, когда формирует свои вопросы, должен, прежде всего, ориентироваться на федеральный закон, на устав городского округа Химки и на свои полномочия в рамках этого устава. И в рамках этих полномочий он может обращаться в соответствующие органы администрации или какой-то власти на местном уровне, я имею в виду. Я не исключаю такой возможности, что депутат может обратиться в совет депутатов и сказать, есть очень серьезный вопрос, и попрошу поддержать совет, от имени совета обратиться куда-либо в высшие инстанции, предположим, губернатор Московской области, предположим, областная дума. Во-первых, эта значимость вопроса будет всегда поднимать выше значительно, чем обращение депутата. Если со мной вот согласятся депутаты, что именно когда идет обращение на достаточно высокий уровень верхней инстанции, формировать это именно таким образом, на обращение внутри муниципалитета, значит, подразделения, структуры и так далее, хотя я всегда говорю, я поддерживаю такое мнение, что надо контактировать больше устно, так сказать, личным контактом, но тем не менее, я понимаю, надо иногда и писать обращение, потому что многие не реагируют на устные разговоры, значит, у нас управляющие компании и так далее, и так далее. Поэтому разделение на понятие запроса или обращения я бы не стал делать, я, в общем-то, не поддерживаю. Не хотел, но вынужден. Один из депутатов просит должностное лицо предоставить ему перечень из требуемых документов. Первое. Муниципальные задания и отчеты об исполнении этих заданий за 2014-2016 год. Второе. Планы финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2016 год. Третье. Копии договоров, сколько контрактов, заключенных периодов с 2014 по 2016 год, а также копии актов и платежных поручений, указанных договорах, подтверждающие выполнение контрагента в условиях заключенных договоров и другие закрывающие документы. Четвертое. Заверенные копии учредительных документов. Пятое. Авансовые отчеты за 2014-2016 год. Понятно. Я как раз об этом говорю, что
из требования тот или иной объем документов, он должен все-таки регламентироваться именно уставом городского управления и полномочиями. И ответ на эти вопросы очень простой. Так сказать, истребовать можно все, что угодно. И в данной ситуации руководство подразделения того или иного, которое затребует, он ответ очень, так сказать, понятный. Что, уважаемый товарищ, если вам надо ознакомиться, пожалуйста, приходите, мы вам все предоставим на рабочем месте. Я даже предложил другую ситуацию, я на эту тему разговаривал, значит, с депутатами, что вот мы сейчас разослали всем представителям комиссии просьбу дать предложение план работы контрольно-счетной палаты нашей городской управления, который, знаете, независимый третий орган, который для этого не существует. И, значит, по запросу Совета депутатов контрольно-счетная палата может проводить неплановую проверку любого подразделения, и при этом председатели контрольно-счетной палаты готовы, даже не готовы, она говорит, с удовольствием поддержит, если депутат примет участие в ее работе. Я думаю, что вот эти вопросы закрываются именно таким путем. То, что вопрос был поставлен, ну, может быть, можно сказать, от горячности или неопытности. Значит, и он легко разруливается. Я думаю, что больше таких запросов, наверное, скорее всего, не последует. Когда мы это дело обсудим, тоже на совете депутатов. Понимаете, это частный случай. Я думаю, что как раз частный случай мы сейчас исключим из нашей практики. И перейдем к нормальной рабочей практике, с которой еще не было. Пожалуйста. Попрошу. Я просто хотел внести, может быть. Вот слово само «депутатский запрос» это значит, оно что символизирует? Это депутат, прежде всего, раз. Депутатский запрос – это может быть группа депутатов, несколько, 5 человек. Депутатский запрос – это может быть комиссия, вот наша комиссия. Это тоже депутатский запрос, или 2 комиссии. Если представьте себе, что наша комиссия обращается, какая-то в процессе работы появился тот вопрос, к которому она с вами обратиться, допустим, на губернатора. Почему бы нашей комиссии не обратиться к совету депутатов, чтобы нас все депутаты поддержали от имени комиссии? Наверное, это правильно, чтобы весь совет депутатов нас поддержал, и мы этот документ называем депутатский запрос от имени группы депутатов, подтвержденный решением совета, и отправляем губернатору. Согласитесь, что это правильно? Это первое. А второе, значит, вот Александр сказал про статистику, и я считаю, что это как бы это не работает там, вот, ну, это просто, наверное, техническая ошибка от Ильи Ерамидова. А значит, именно депутатский запрос, за ваше мнение, именно депутатский запрос был направлен губернатору. Да. Вот. Правильно? Да. Да. Я не упрекаю, что это того, ну и что? Ну, я не могу обратиться к губернатору как депутату? Можете. Я не возражаю, пожалуйста, обратились. Просто мы, Владимир Борисович, предлагаем, он хочет передать статус депутатского запроса, но и значимость больше. Давайте так, если вы думаете, как простому депутату не ответит губернатор, я для большей значимости и уважаемости нашего совета депутатов обращусь уже непосредственно к совету. И совет направит в лице письмо Андрею Юрьевичу. Очень правильно. Да, я с вами согласен. Но и в то же время я вам скажу, что если вы вот не написали депутатский запрос, а вы написали, значит, вот губернатору от депутата, и дальше письмо, это одинаковые силы вы сегодня. Одинаково, абсолютно. А вот депутатский запрос, ну зачем там правильных запросов? Ну не надо нам называть. Ну, собирается группа депутатов, тогда депутатский запрос. Александр Павлович. Да все правильно. На самом деле никто не ограничивает. Я говорю, что ради бога. Мне проще всем говорю, поддержим инициативу, пожалуйста, пишите по разным поводам. Я, кстати, посмотрел все запросы, которые были направлены, там и значительная часть, которая по существу, кстати говоря, достаточно, я их поддерживаю, особенно отношения как бы внутри нас, там всякие управляющие компании и так далее. Там огромное количество вопросов, конечно, да? Значит, поэтому я же сказал свое мнение, я против этого документа, я не хочу делить понятие вот запрос, обращение. Депутат имеет право написать письмо туда, куда он считает необходимым. Тем более у нас регистрируется, мы об этом знаем, мы об этом вместе проголосовали, никаких, так сказать, тайных или анонимных запросов, а депутат никуда не поступает. Мы это все видим прекрасно. И мы видим, где там уже за руку хватает.
А просто я еще раз говорю, что вы все-таки мы совет депутатов, работаем все вместе одновременно. Если вопрос, который депутат считает, был очень архиважный, я не вижу никаких проблем, его поднять и сказать, ребята, давайте обратимся. Кто против-то? Никто не против. Да. Понимаете? Попрощался. Да. А если нет, 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 Владимир Борисович, я сказал, все, никого здесь ничего не брать, потому что мы регистрируем все документы. Значит, мечтаем прежде всего. Поэтому я думаю, что мы коллегиально этот вопрос обсудим, и никто из депутатов не будет по этому поводу возражать. Понимаете, не надо думать, что мнение одного человека, оно прям вопреки мнению всем остальным. Но здесь люди все сидят серьезные и достаточно зрелые. Понимаете? Поэтому я еще раз повторяю, я против этого документа. Значит, против, давайте тогда еще раз, ну, если хотите, давайте посудим еще раз, как бы чисто вот такие, какие-то критерии. Есть устав, можно по букву прочитать, за что имеет право контролировать депутат. Там есть, конечно, понятие. Одна из трех, между прочим, обязанностей депутатов, это контролирует деятельность администрации. А здесь нет деятельности, никто против этого не возражает. Я это всегда говорю, да, ради Бога. Только есть меры определенного контроля, есть конкретные поручения. А если мы говорим о контроле вот такой серьезном, который называется финансовый контроль, мы для этого с вами, совет депутатов, создали контрольную счетную палату, которая не подчиняется администрации, которая работает в том числе и по нашим поручениям совета депутатов. И мы эту практику уже проходили. И я на свете вам заверить, что наша контрольная счетная палата работает очень серьезно. И выводы она открывает и в прокуратуру, и в следственные органы, и так далее. Спасибо, Владимир. Я только два слова. Значит, если здесь неправильно понят или хотят, допустим, кто-то понять о том, что проект внесенного в мое положение ограничивает права депутатов, то это глубочайшая ошибка. Там вообще нет никакого ущемления. Наоборот, я постарался в своем положении придать весомость депутатскому запросу, чтобы он получил соответствующие даже регламентирующие регистрационные моменты на этом документе, что действительно это запрос, который имеет определенную весомость. Обращение вообще никто не отбирает, ради Бога можно обращаться. Ответы по закону. Но весомость, я считаю, этим увеличивается и регламентируется. Если кто-то не понимает или не хочет понимать, или считает по-другому, то, ради Бога, я буду воевать или бороться. Есть предложение, нет понимания или нет желания, но просто хотелось бы вот от того, что я зачитал, от этого, чтобы, как говорится, отойти, чтобы не так просто втихаря кто-то написал, но главное, даже не называя это депутатским запросом, а потом возникало вот то, что есть. Да я знаю, что даже получив эти документы, вот по этому посланию, да их невозможно обработать. За два года эти финансовые документы, отчеты, планы, авансовые отчеты, копии договоров, ну это же просто несерьезно. Ну для какой-то цели запрос, для какой? У меня общественное значение, это факт. Спасибо, Владимир Борисович. У меня вопрос к вам. Положение ваше. Пункт 4.3. Последний абзац. Ну я не помню, где есть предложение. Значит, письменное обращение депутата, вносимое на совет депутата с целью признания его депутатским запросом, должно содержать номер и дату постановления совета депутатов о признании письменного обращения депутата группы депутатов депутатским запросом. Это, значит, сделано без предания, говорю, весовости, да? Да нет, они вносят, и уже у них, они должны уходить. Нет, когда уже уходит, оно имеется. Андрей Николаевич, мы сейчас, еще раз, мы уходим в одном вопросе. Вопрос стоит, рассматриваем или не рассматриваем? Давайте сначала так, если считают, что надо рассмотреть, тогда правильно посмотреть по пунктам и так далее, да? Уже по технологии, по содержанию. Мы сейчас принципиально говорим, такой вопрос надо ставить или не надо, в принципе, о таком положении. Сейчас об этом еще. Мы сейчас будем голосовать, рассматривать ли на комиссии или рассматривать на совете вообще. Все, то есть на совете. Хорошо, давайте за это вопрос. Я вот сейчас понял из выступления, уважаемый председатель, что именно вопрос об обсуждении даже сейчас будем обсуждать. Вопросов не говорим? Нет? Хорошо, значит я неправильно понял. Так, итак, уважаемые члены комиссии, которые голосуют, кто за то, чтобы вынести данный проект на рассмотрение Совета депутатов. Кто за? Трое. Кто против? Трое. Значит, проект, предложение не прошло, поскольку требует для преодоления большинства голосов. Спасибо. Разрешите добавить, значит, сегодня я раздала всем положение о депутатском запросе Совета депутатов, которое подготовил непосредственно я. Я не говорю о том, что сегодня рассматривается, понимаете. Значит, всем раздаю для ознакомления, в том числе это будет подано официально.
И надеюсь, что на следующее заседание комиссии оно будет вынесено на обсуждение. Антонина Васильевна, я же не зря сказал. Мы что, решение принимаем? Нам нужно такое положение или не нужно? Вы предлагаете, что оно нам не нужно. А теперь будете обошли свое предложение. Подождите, я же сказал. Если мы считаем, что оно нужно, тогда начинаем обсуждать редакцию. Ту, другую, третью. Займет это какое-то время, я понимаю, там, неделя, там, две, три, четыре. Не имеет значения. У нас людей много впереди работы. Я же вопрос не так хотел, я сказал. Надо ли нам вообще такое положение, или нам достаточно просто, может быть, внести какие-то конкретику небольшую в регламент, где есть строка по вопросу, так сказать, депутатского обращения или запроса. Я же вот так поставил, потому что, получается, вы нелогично поступаете. Вы против, а теперь ведь я свою редакцию внесу. Понимаете, да? Нет. Значит, если вы предлагаете свою редакцию, тогда вы не против. Вы говорите, что да, надо. Но тогда давайте обсуждать текст и положение, какие там будут записаны. Вот я лично просто против этого положения, но я считаю, что оно не нужно. Александр Павлович, да. Значит, депутат имеет право внести в установленном порядке проект нормативного акта. Значит, если он считает нужным, вносить. Вдруг он через 2 секунды поменял свое мнение. То он считал ненужным, теперь он посчитал нужным. Пожалуйста, пусть вносит. А вот как мы рассмотрим на комиссии, это будет зависеть от того, как поступит председатель комиссии. Согласно? Понимаете, да? Я человек подневольный, как в данном случае. Так, считаю, что вопрос закончен. Давайте перейдем к следующему вопросу повестки дня. Я считаю, не менее интересным. А повестка дня гласит, что мы сейчас будем рассматривать частное определение Химкинского городского суда. Значит, я прошу 10 минут послушать внимательно, в том числе присутствующих лиц. Значит, как известно, 3 ноября 2016 года состоялось рассмотрение административного иска Некрасова Ярослава Николаевича, председателя Совета депутатов городского округа Химки, в присутствии заинтересованного лица администрации городского округа Химки о признании отказа председателя в допуске на заседание незаконным и обязании не чинить препятствия обеспечить доступ на открытые заседания. Значит, позвольте, я сперва зачитаю решение суда, которое вынесено именем Российской Федерации. Значит, суд судьи Лицегукин установил, что Некрасов Ярен, простите, я знаю только имя, Ярослав, наверное, Николаевич, обратился с административным иском председателя Совета депутатов городского округа Химки о признании незаконным отказа в допуске на заседание 12.10.16 и обязании не чинить препятствия и обеспечить доступ на открытое заседание Совета депутатов городского округа Химки в обосновании требований, указав, что административный ответчик не принял необходимых мер для обеспечения прохода граждан на открытое заседание, сам истец не был пропущен через проходное здание с ссылкой на отсутствие списка приглашенных лиц. К участию в деле в качестве административного соответчика в порядке 221 статьи Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации привлечен Совет депутатов городского округа Химки, заинтересованные лица, администрация городского округа Химки. Судебное заседание административный истец требований поддержал. Представители Совета депутатов городского округа Химки и председатели требований не признали мотивом изложенных в письменных возражениях. Так, представитель администрации городского округа Химки требований не поддержала. Выслушав объяснение явившихся лиц и следуя по правилам Кодекса административного судопроизводства, представленных в деле доказательства, суд приходит к следующим выводам. Показаниями допрошенных свидетелей Алымовой, Софина, Горбашова, а также свидетелей муниципальных депутатов Наганова, Стеценко и Зайцева подтверждается, что 12.10.16 Некрасов и группа граждан, выразив желание посетить очередное заседание Совета депутатов городского округа Химки в качестве слушателей, не были пропущены в здание, расположенное по адресу Московская область, город Химки, улица Калинина, дом 4, в котором проходит заседание представительного органа, лицами, осуществляющими контрольно-пропускной режим по той причине, что не указано в списке приглашенных лиц. В соответствии со статьей 15 Федерального закона об обеспечении доступа к информации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан физических лиц на своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами указанных органов местного самоуправления или иными муниципальными правовыми актами. Решением Совета депутатов городского округа Химки от 31.08.16 номер 088 утвержден регламент, в силу статьи 38 которого его заседание проводится открыто, за исключением случаев принятия Советом депутатов решения о проведении закрытого заседания в случаях, предусмотренных законом. Согласно статьям
75 и 116 регламента аппарата Совета депутатов отдела обеспечения деятельности совместно со структурными подразделениями администрации городского округа Химки осуществляет организационное обеспечение его деятельности. Вопросы материально-технического обеспечения деятельности могут возлагаться на администрацию городского округа Химки. Здание расположено по адресу Московская область, город Химки, колени 4, в помещении которого 12-10-16 проходило очередное заседание представительного органа, находится в оперативном управлении НКУ. НКУ городского округа Химки, управление делами администрации, учредителем которого является муниципальное образование в лице администрации городского округа Химки. Предметом деятельности казенного учреждения является техническая эксплуатация, обслуживание и содержание переданных в оперативное управление зданий, для чего им обеспечивается внутриобъектовый режим и организуется контрольно-пропускной режим по входу-выходу. Между НКУ городского округа Химки, управление делами администрации и ООО «Витязь Легион» заключен муниципальный контракт от 10.05.16, предметом которого является покупка услуг по охране объектов и имущества, переданного в оперативное управление казенного учреждения, в том числе зданий по адресу Московской области, город Химки, Калинин, дом 4, дополнительное соглашение номер 1. Распоряжением администрации городского округа Химки от 09.06.15 утверждено положение о пропускном и внутриобъектовом режиме органов местного самоуправления городского округа Химки. Поддержание пропускного и внутриобъектового режима в зданиях органов местного самоуправления возможно на отдел управления делами, в настоящее время МКУ городского округа Химки управления делами администрации. Согласно пункту 1.2 положения, для осуществления пропускного режима в зданиях организуется круглосуточный пост охраны, дежурство в котором осуществляется сотрудником частного охранного предприятия и дежурным администратором. Пропуск для участников организованных мероприятий, совещаний, заседаний и т.п. осуществляется на основании списков участников мероприятий, подписанных руководителями структур подразделений органов администрации городского округа Химки, ответственных за проведение мероприятий и документа удостоверяющего личность. Посетители допускаются в здании в часы личного приема граждан по предварительной записи на прием, а в часы граждан руководителей структуры подразделений органов согласно графику. В случае проведения приема вне графика или иной служебной необходимости, руководитель соответствующего структурного подразделения письменно сообщает в отдел управления делами о возможности посещения письменно. В случае отсутствия документа, дающего право на вход, данное лицо в здании не пропускается. Таким образом, с учетом объяснений сторон, свидетельских показаний муниципальных депутатов Наганова, Сиценко, Зайцева, суд приходит к выводу, что Совет депутатов городского округа Химки и его председатель являются ненадлежащими административными ответчиками по требованию Некрасова ЯН, поскольку во входе в здание было отказано лицами, которые обеспечат контрольно-пропускной режим. При этом не состоят в штате аппарата представительного органа и являются сотрудниками НКУ ГУ Химки, управления делами администрации или ООО ЧОО «Витязь Легион». А следовательно, распоряжение председателя Совета депутатов не имеет для них обязательного характера, характера служебной зависимости. Некрасов ЯИ не представил доказательств, свидетельствующих о том, что лица, обеспечивающие контрольно-пропускной режим, при недопуске его в здание руководствуются распоряжением административного ответчика, либо то, что административный ответчик имел необходимые полномочия для обеспечения доступа Некрасова в здание, которое не реализовал. Избранный административным способ составления права в виде обязания председателя представительного органа не чинить препятствия и обеспечить доступ административному истцу на открытые заседания не являлись надлежащим, поскольку право присутствовать на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления не является абсолютным и безусловным. В силу закона присутствие граждан регулируется регламентом или иными муниципальными правовыми актами. Установление судом факта нарушения административного истца присутствия на заседании коллегиального органа местного самоуправления само по себе является образованием. Согласно статье 37 закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Руководствуясь соответствующими статьями Кодекса административного судопроизводства, суд решил удовлетворение административного иска Некрасова Ярослава Николаевича, председателя Совета депутатов городского округа Химки, Совета депутатов городского округа Химки, заинтересованного лица администрации городского округа Химки, о признании отказа председателя в допуске на заседание незаконным и обязании не чинить препятствия и обеспечить доступ на открытое заседание отказать. Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца дня принятия решения суда в окончательной форме. Значит, на сайте суда сведения об обжаловании не имеется. Значит, я это решение прошел для того, чтобы депутаты понимали свои задачи и каким образом они могут в взаимодействии с соответствующими органами администрации городского округа Химки быть реализованы.
Вот. Кроме того, тот же суд вынес частное определение, значит, которое гласит, что суд установил, что одним из конституционных принципов демократического государства является гласность и открытость органов государственной власти и органов местного самоуправления, предусмотренной статьей 3 Конституции Российской Федерации формы народовластия. Российская Федерация признает и гарантирует местное самоуправление. Статья 12. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона по своей ответственности в интересах местного населения. Осуществление публичных полномочий должно преимущественно задаться на органы власти наиболее близкие граждан. В соответствии со статьей 15 Федерального закона об обеспечении доступа к информации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан физических лиц на своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом органов местного самоуправления или иными муниципальными актами. Решением Совета депутатов городского округа Химки от 31.08.16 номер 088 утвержден регламент, в силу статьи 38 которого его заседание проводится открыто, за исключением случаев принятия Советом депутатов решения о проведении закрытого заседания в случаях, предусмотренных законом. Отношение по предоставлению гражданам права присутствовать на открытых заседаниях коллегиального органа местного самоуправления по предмету регулирования является публично-правовыми. Публично-правовыми. Такая категория правоотношений характеризуется наличием субъекта, наделенного частными полномочиями, неравенством сторон данных отношений. В целях обеспечения баланса интересов сторон публичных отношений эти отношения должны быть регулированы таким образом, чтобы снизить, исключить возможность произвольного поведения субъекта, наделенного властными полномочиями, либо иной формы злоупотребления права. Исходя из этого, правовое регулирование вопроса допуска граждан на открытое заседание коллегиального органа муниципальной власти не может ограничиться лишь провозглашением соответствующего права, а должно обеспечить также реальные возможности реализации данного права. Согласно статьям 75 и 116 регламента, аппарат Совета депутатов отдела обеспечения деятельности совместно со структурными подразделениями администрации городского округа Химки осуществляет организационное обеспечение его деятельности. Вопросы материально-технического обеспечения деятельности могут возлагаться на администрацию городского округа Химки. Здание, расположенное по адресу Московская область, город Химки, Калинин, дом 4, в котором проводится заседание Совета депутатов городского округа Химки, передано в оперативное управление МКУ городского округа Химки, управление делами администрации, обеспечивающим здание контрольно-пропускной режим. Распоряжением администрации городского округа Химки номер 41 утверждено положение о пропускном и внутриобъектовом режиме органов местного самоуправления. Поддержание пропускного и внутриобъектового режима в зданиях органов местного самоуправления возможно на отдел управления делами. В настоящее время МКУ городского округа Химки управление делами администрации. Согласно пункту 1.2 положения, для осуществления пропускного режима в зданиях организуется круглосуточная постохрана, дежурство на котором осуществляется сотрудников частного охранного предприятия и дежурным администратором. Пропуск для участников организованных мероприятий, совещаний и заседаний осуществляется на основании списков участников мероприятий, подписанных руководителями структуры подразделения администрации городского округа Химки, ответственными за проведение мероприятий и документов, удостоверяющего личность. Посетитель допускается в здание в часы личного приема граждан по предварительной записи на прием, часы приема граждан руководителями структурных подразделений органов согласно графику. В случае проведения приема вне графика или служебной необходимости руководитель соответствующего структурного подразделения письменно сообщает в отдел управления делами невозможности посещения. В случае отсутствия документа, дающего право на вход, данное лицо в здание не пропускается. Анализ проведенных положений с учетом объяснений представителей Совета депутатов городского округа Химки, администрации городского округа Химки в ходе судебного разбирательства позволяет прийти к выводу о том, что единственным актом, устанавливающим пропускной режим, занимаемый Советом депутатов городского округа Химки здания, не урегулирован вопрос о допуске граждан для посещения представительного органа в качестве слушателей. Лица, осуществляющие пропускной режим, руководствуются пунктом 2.1.3 положения, регулирующие порядок допуска посетителей на мероприятия, организованные администрацией городского округа Химки по спискам участников, которые должны быть подписаны сотрудниками администрации городского округа Химки. Таким образом, решение вопроса о допуске граждан на заседание Совета депутатов городского округа Химки оставлено на усмотрение исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, что не соотносится с установленным
пунктом 6 статьи 37 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, принципу подотчетности и подконтрольности местной администрации представительному органу местного самоуправления. Кроме того, в положении о пропускном и внутриобъектовом режиме не разграничивает категорию граждан, приглашенных на заседание Совета депутатов городского округа Химки для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, от граждан слушателей, в скобках публики, не установлено оснований для отказа в согласовании допуска слушателей, занимаемых представительным органом здания, порядок обжалования такого отказа, а также срок, в течение которого гражданин должен заявить, подать заявку о своем намерении посетить здание представительского органа, учитывая, что заседания могут быть неочередными и даже экстренными. Такой пробел в нормативном регулировании стал причиной нарушения права Некрасова присутствовать на заседании Совета депутатов в качестве слушателя. В силу статьи 200 Кодекса административного судопроизводства суд Российской Федерации при выявлении случаев нарушения законности суд вносит частное определение и не по дне следующего рабочего дня после вынесения частного определения направляет его копию в соответствующие органы, организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны сообщить в суд о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в течение одного месяца со дня вынесения частного определения, если иной срок не установлен в частном определении. Несообщение в суд о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законности ведет наложение на виновных должностных лиц судебного штрафа в порядке и размере, предусмотренных статьями 122 и 123 Кодекса. Наложение судебного штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц об обязанности сообщить о принятии указанных мер. Руководствуясь статьей 200 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации, суд определил обезложенному довести до сведения Совета депутатов городского округа Химки и руководителя администрации городского округа Химки для совместного решения вопроса об устранении пробелов в нормативном регулировании по отношению по допуску граждан в качестве слушателей на заседании Совета депутатов городского округа Химки. О принятых мерах сообщить в течение 2 месяца от дня получения частного определения. Несообщение о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законности влечет к наложению на виновных должностных лиц судебного штрафа. Частное определение может быть обжаловано в областной суд путем подачи частной жалобы в течение 15 дней со дня вынесения. Насколько мне известно, она не обжалована. Значит, спасибо за внимание. Я это прочитал для того, чтобы, опять же, депутаты понимали, в каком направлении двигаться. Ну, а руководство Совета могло отчитаться о том, что оно направило частное определение на рассмотрение нашей комиссии. Так, поэтому прошу высказываться. Нет мнений. Ну, правда, потому что написано, мы сейчас только что приняли решение. Чуть-чуть. Вынести на совет. Да. Таким образом, вот этот вопрос закрыт. Тогда спасибо за внимание. Позвольте перейти к седьмому вопросу повестки дня. Значит, она связана с тем, что мы сейчас должны провести аккредитацию журналистов СМИ. Однако при анализе документов я выявил некоторые закономерности. Значит, некоторые представители СМИ, несмотря на обращение, они присылают в списке заявок на аккредитацию гораздо больше журналистов, чем мы им позволили бы аккредитовать. Значит, например, у нас написано не более 2 человек, значит, присылают 4-3. Значит, я предлагаю сейчас выслушать меня. И, возможно, вы примете решение внести изменения в виде дополнения в наше положение об аккредитации журналистов СМИ. Я предлагаю его дополнить пунктом 2.5. В случае указания средством массовой информации более чем 2 своих представителей с целью аккредитации, выбор 2 аккредитуемых лиц определяется на заседании Совета комиссии депутатов по законодательству, местному самоуправлению и депутатской этике. То есть, если нам прислали 10 человек для аккредитации, мы выбираем 2, их аккредитуем. Ну, а остальные, не получилось. Прошу высказываться. Я так понимаю, что когда мы принимали регламент по ограничению количества журналистов, мы прежде всего оперировали именно, что присутствовать на заседании должны быть 2 журналиста. И мы это просто обсуждали, потому что мы понимаем ситуацию, когда один журналист заболел в командировке, вместо него идет другой. Значит, здесь, и тогда это просто обсуждался, кстати говоря. И понятие, если понятие вместо 2-3 связано именно с этим, вариантностью присутствия, то надо аккредитовать 3, но при этом говорим, что присутствует только 2, не больше.
Это оператор, журналист, все. И главный аргумент о том, что надо дать большему количеству, связан был именно с этим. Чтобы не каждый раз не попадать в ситуацию, когда заставляют главного редактора писать тут же на ходу странное письмо, что вместо него идет другой. Значит, я думаю, что именно так и надо поступить. И при этом жестко предупредить, что если все-таки будет пользоваться правом приходить трое, то мы просто лишим аккредитации в целом. Я считаю, что это будет правильно. Значит, сверять количество бейджиков с названием пресса, а у нас по утвержденной форме, значит, на бейджике будет написано название средства массовой информации. Я думаю, что это просто легко регулируется и контролируется. Значит, дежурный, который стоит у нас, приходит в зал, он всегда может посмотреть и сказать, что уже двое пришли, третий не допускается. Я думаю, что так. Но, конечно, 10 – это перебор. Я думаю, что здесь вопрос чисто технический, и надо здесь каким-то образом или еще раз дать обращение в адрес, даже устное, не обязательно письменное, ограничить. Да, сказать, ребята, извините, значит, если это связано с тем, то дайте нам именно такую максимально, скажем, сколько мы. У нас присутствует 2, ну 4, достаточно вполне. Тут вопрос, он так изложен, пункт 2.4, что его понять можно именно так. Что только двоим выдается. Вот смотрите, как он звучит. Я понял. Надо поправить. Поправить, именно уточнить, может быть, формировку. Потому что мы обсуждали положение аккредитации. И как раз вопрос вокруг этого все время крутится, что мы прекрасно понимаем, извините меня, когда в редакции один журналист и один оператор, это понятно. А когда в журнале, да возьмите, даже Химки Смирли или Химки 360, у них три оператора, пять журналистов, и кто из них будет присутствовать, неизвестно на самом деле. У них как раз и есть из чего. Ну и хорошо, значит, тогда просто мы говорим, аккредитуем всех, кто представлен, но мы говорим, что присутствует только двое. Значит, давайте примем решение о том, чтобы поручить председателю комиссии доработать пункт 2.4 положения аккредитации журналистов и в соответствии с высказанным мнением. Никто не возражает? Давайте проголосуем. Кто за? Что? За то, чтобы поручить мне доработать пункт 2.4 положения. И вынести его на комиссию. Имея в виду, конечно, что не более двух, что присутствует. Более двух присутствует. А как это реализовать? Надо подумать. Я уже об этом говорил, что не отловишь. Охранник не отловит. Значит, это дело поручено охраннику, внизу работает сам охранник. Нашим людям. У нас есть ваш охранник. У него... Да, извините меня, у нас аккредитовано будет 4, 5, ну 6. У него есть лист, кто аккредитован. Название организации приходит, вы кто? Я такой, все, фамилия, да, все, спасибо, отметил, присутствует двое. Вопроса нет, товарищи. Так, давайте проголосуем за это предложение. Кто за? Так, единогласно. Да, спасибо, тогда у нас вопрос закончен. Дальше. Вопрос номер 8. О рассмотрении заявок на аккредитацию журналистов СМИ. Так, ну давайте. Значит, акционерное общество «Химки СМИ» поступила заявка на аккредитацию. Значит, в соответствии с положением об аккредитации все требования выполнены. Значит, предлагаем аккредитовать акционерное общество «Химки СМИ» и журналистов, которые они... Но этого здесь не надо перечислять. Да, то есть мы, главное, сейчас перечисляем средства массовой информации. Да. Если требования выполнены, значит, аккредитация... Значит, я скажу, что я со всеми редакциями переписывался и созванивался не один раз. Вот. Некоторые пошли, ну, тот, кто не пошел, ну, сейчас вот будем рассматривать вопрос. Некоторые пошли на сотрудничество, дополнили там недостающие данные, некоторые не захотели, наверное. Не успели, наверное, да, а некоторые категорически отказались, да. Такое тоже было. Поэтому, значит, Химки, акционерное общество «Химки СМИ». Заявка на аккредитацию, полный комплект документов. Кто за то, чтобы аккредитовать журналистов? Кто за? Спасибо. Так. Сейчас, извините. Вот.
Так, да. Заявка на аккредитацию газеты «Химкинские новости». Периодичность 2 раза в неделю, через 15 тысяч экземпляров. Все документы, все сведения сообщены и фотографии присутствуют. Значит, кто за то, чтобы аккредитовать журналистов периодического издания газеты «Химкинские новости»? Совет депутатов, кто за? Так, ООО «Телеканал 360 Подмосковье», значит, для оформления заявки на аккредитацию, сообщаю периодичность. Так, все сведения полностью переданы нам, фотографии, значит, тоже переданы, но там, конечно, вот этот вопрос, то есть их там 4 оператора и 5 журналистов. Ну, это понятно. Да, ну вот, не хотелось бы, да? Что, поэтому доработаем. Кто за то, чтобы аккредитовать телеканал 360 Подмосковье при Совете депутатов? Кто за? Спасибо. Так, теперь вопрос такой. Так, газета «Левый берег Химки». Значит, по предложению депутата Стеценко заявка на аккредитацию, рассмотрение заявки на аккредитацию была отложена. Я с Макаровым связывался несколько раз, он прислал письмо с необходимыми документами, поэтому я считаю, и фотографии. Поэтому я считаю, что издание «Левый берег Химки», периодическое печатное издание «Газета», в лице Макарова Сергея Михайловича, он же и корреспондент, может быть аккредитовано при Совете депутатов городского округа Химки. Кто за? Так, а вот теперь вопрос следующий. Значит, «Яблоко Химки», значит, главный редактор Малыгин, значит, по предложению депутата Стеценко, рассмотрение вопроса было отложено на ближайшее заседание Совета, на ближайшее заседание нашей комиссии, значит, я с ним связывался, я ему лично говорил о том, что нужно дополнить заявку. Значит, поступило письмо следующего содержания, что уважаемый Александр Павлович, поскольку я подавал свою заявку до того, как вы приняли наше положение аккредитации, то я не считаю нужным какие-то дополнительные сведения предоставлять. Значит, на основании этого я полагаю, что я про свое мнение высказываю. Может, значит, я считаю, что газета «Яблоко Химки», периодическое, политическое, Московская область, учредитель Малыгин Андрей Михайлович, ну, эту заявку на аккредитацию при Совете средств массовой информации следует отклонить, в связи с тем, что мне предоставлены соответствующие документы. Значит, предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Кто за то? Да. Я думаю, что у нас вопрос ставится не «да», «нет», а мы как бы аккредитуем и не аккредитуем. Вот вопрос ставится. Поэтому... Так и на цель вопрос. Ну, я предлагаю не аккредитовывать это периодическое издание. Значит, и никто его не мешает, не лишает права снова подать заявку на аккредитацию в соответствии с нашим положением об аккредитации журналистов СМИ. Кто за то, чтобы не аккредитовывать? Кто против? Воздержался? Один. Значит, таким образом... «Яблоко Химки» не аккредитованы при Совете депутатов. Значит, спасибо. Можно? Да. Я теперь обращаю внимание на вот той слайде. Сегодня мы фактически реализовали то положение, которое мы с вами приняли. После горячих обсуждений пришли, в принципе, по всем позициям к общей точке зрения. Вы понимаете, что теперь во время заседания Совета депутатов, значит, у нас, как написано и в регламенте, съемку и запись может вести только аккредитованные средства массовой информации. Согласны? Как написано в регламенте? Поскольку у нас был вопрос не урегулирован, и мы говорили, примем положение, аккредитуем и так далее, все. Значит, поэтому я прошу впредь на сессии депутатов, если кто-то представляет какие-то средства информации, пожалуйста, аккредитуйте, снимайте. Значит, я думаю, что у нас достаточное количество корреспондентов, которые достаточно количество информации имеют и аудио, и видео, файлы. Поэтому будем следовать срок по регламенту. С
Спасибо, Александр Павлович. Еще в рамках данного вопроса осталось нерассмотренным одно издание. Это газета «Химчанка». Тоже первоначально не представила все документы, затем вот сегодня представил письмо, фотографии, то есть все требования к аккредитации выполнены. Ну, выполнены. Я предлагаю аккредитировать газету «Химчанка». Кто за? Мы же здесь не оцениваем характер газеты. Мы говорим, документы есть, полномобили? Есть. Значит, аккредитуем. Так, таким образом у нас закончено рассмотрение вопроса... Сколько? Слушай, 4 сейчас аккредитованы, здесь у нас... Больше. 5. Раз. 5, да. Еще Химчат. Раз, два, три, четыре, пять. Даже 7. Ну, больше. Яблоко. Ну, если Яблоко Химки захочет аккредитоваться все-таки, то тогда, наверное... Захочет. Ну, захочет, пусть документы подают, ведь вы уже, так сказать, оговорили. Я вообще не вижу здесь проблемы, почему такую позицию заняли. Это странно даже. Не знаю. Так, значит, у нас есть вопрос разный. Кто хочет высказаться? Можно? Да, пожалуйста. Хотел бы обратить внимание присутствующих депутатов, и чтобы на это передали отсутствующих депутатов, о том, что у нас существует правила депутатской этики, в котором есть пункт 1.5, там написано: депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб авторитету депутата и органу местного самоуправления городского округа. И пункт 1.6. Депутат должен в равной мере охранять собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан. Ну, мне не хотелось бы сейчас о чем-либо другом говорить, просто напомню, что есть право депутатской, и их необходимо, в общем-то, депутатам соблюдать. Да, а я бы хотел от себя дополнить, что согласно положению помощника депутата, депутат несет полную ответственность за деятельность своего помощника. Вот, поэтому если помощник будет нарушать некоторые правила уголовного законодательства, то и депутат, как я думаю, будет нести за него, надеюсь, ответственность. Вот. Может быть, административную, а может быть, моральную, а может быть, какую-то другую. Вот. Но не хотелось бы этого доводить. Значит, присутствующие лица, наверное, знают, о ком идет речь. А где сказано про то, что депутат ответственный? Посмотрите внимательно положение помощника депутата. Посмотрите внимательно, я не помню. Вы внимательно смотрите, там документы. А что вы приняли это на свой счет? Мне просто интересно. У меня есть документ, мне интересно, что вы посмотрите. Посмотрите. Задействуйте. Я могу дать, покажите, пожалуйста. Покажите. Может быть, у нас с вами разные положения? Не знаю. То, что на флешечке дали, то это печатано. На флешечке. При исполнении им своих функций. Функции помощника депутата прописаны в положении. Поэтому я не говорю. Поэтому я не понимаю, о чем может быть идти речь. Вот. Спасибо, что напомнили, но о чем еще не знаю? Значит, я напомню. Да. Да, спасибо. У кого еще есть? Все. Да, все? Повестка дня исчерпана. Спасибо за внимание. Thank you.